Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Холодные фронты с облаками и осадками прижимаются с севера к предгорьям Алтая. А на равнинах холодная погода успокаивается с постепенным ростом давления. Далее о погоде более подробно. В Новосибирске 9 сентября без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит 3,5 со знаком плюс, на почве местами заморозки от 0 до минус 2. В светлое время суток воздух прогреется до плюс 16-18 градусов. В последующие дни также без осадков. 10 сентября ночная температура 5,7 выше нулевой отметки, днем за окном будет плюс 20-22 градуса. 11 сентября в ночные часы синоптики прогнозируют плюс 5-7 градусов, в светлое время суток 22-24 со знаком плюс. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я с вами прощаюсь и желаю отличного дня!